Добрый день, меня зовут Елена, город Санкт-Петербург. С папой, с бородой я встречаюсь уже второй раз. Первый раз я была у них в Москве в гостях на трехдневном семинаре. И после него меня перло лет пять. Это было феерично, фантастически, сказочно, божественно и там еще много куча всего. А вот попала сюда, и они стали еще круче. Приходите, не пожалеете. Это фантастика.